Жительницы поселка Октябрьский, дочери ветерана Великой Отечественной войны, установили в квартире новый газовый котел. Проверить качество работ приехал глава Владимир Волков. Какая у вас энергия? Спасибо. Позитивная, положительная. Ой, спасибо. Старый котел в квартире Татьяны Головенковой сломался 2 месяца назад. Купить новый самой не по силам. Поэтому вместе с подругой пошла за помощью главе округа. Теплый, хороший. Трубы заменили тоже. Газовики все работали. Ну, прям вот как два мальчика. Ну, так они прям старались, так все делали. На просьбу дочери ветерана Великой Отечественной отреагировали сразу. Уже через несколько дней новый котел стоял в ее квартире. Ну и вот свершилось это чудо. Поставили новый АГВ. И теперь у меня в квартире тепло, хорошо. Воду горячую сделали. Ну это просто, ну вы понимаете, это чудо. Федор Алексеевич Бондарев – отец Татьяны. Службу проходил на Балтийском флоте старшим политруком подводной лодки. Погиб в 41-м. После его смерти жена и дети из Эстонии переехали в Люберцы. Добиралась сюда очень трудно. Она вот с 2 детьми по шпалам до Ленинграда шла по шпалам. Потом каким-то образом все-таки ее переправили в город Егорьевск. Там я родилась. И она тут же приехала сюда на свое место жительства. И в этом доме Татьяна Федоровна живет уже 60 лет. Помимо установки газового котла, пообещали еще отремонтировать и общественный туалет. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.